Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 225 4G включить режим в полете. Заходим в настройки, переходим в пункт подключенное устройство и включаем режим полет. Появляется у нас такой значок самолет рядом с батареей. Если мы хотим выключить данный режим, снова нажимаем на режим полет. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!